Приветствую, друзья! За моей спиной Покровский храм. И по просьбе подписчиков я держу путь на улицу Фонтанная. Меня попросили показать дом номер 85. Я спускаюсь по улице Энгельса. И еще чуть ниже будет улица Фонтанная. Итак, друзья. Слева от меня дом номер 85. Это дом номер 62 по улице Энгельса. А этот дом номер 85. Видно, что недавно проложили тротуар. Дом в порядке. Во дворе чисто. В подъездах, видимо, ведутся строительные работы. Все окна в побелке. Во дворе новая детская площадка. Добрый день. Добрый день. Как вам детская площадка? Нормально. Вы отсюда, с этих домов, да? Да, все отсюда. А дома были повреждены или нет? Были. Чуть-чуть были, были, да? Вот. Но их уже сделали, вот да? Сгорел. Понял. Но выглядит все очень хорошо. Да. Строители хорошие. Отлично. Я рад за вас. Спасибо. Всего вам доброго. И вам того же. Спасибо. На площадке даже сделали шахматные столы. Класс.
Везде есть детские и спортивные площадки. Это здорово. Итак, друзья, это был небольшой видеообзор дома номер 85 по улице Фонтанная и дома номер 62 по улице Энгельса. Как видите, дома приводятся в порядок, а также и их двор. Всем мира и добра. Пока!